Всем привет! Всем привет! Ну, в общем, как вы и просили, мы снимаем вторую часть «Насколько хорошо знает меня Даша». Вот. Очень интересно. Разговариваю немного в нос. Сегодня проснулась, у меня насморк. А у меня спина немножко побаливает. Ну, кстати, многие писали в комментариях, что, может быть, это почки. Нужно поехать просветить, если что. Вот тебя так, никто больно. Так не делал? Тебя вот так никто? Нет. Нет. Ну, я не знаю, может, простыла в селе. А я сегодня проснулась и слышу, ну как, я носом дышу, но в нос разговариваем. Ну что, поехали. В общем, мы сейчас не об этом. А ты будешь отмечать, что я... Отмечать? Давай ручку. Буду отмечать. Отмечать? Давай. Там вон ручка лежит. Где там положила? Ну, вон писала. Смотри. Вот тут? Нет, не там. Вот тут? Дальше. К стене. О, боже, Даша. На. Мне аж интересно, насколько хорошо я тебя знаю. Ну, что, поехали. Вопрос первый. Мое любимое блюдо. Что я люблю кушать? Рыбу. Да, я тут, кстати, да. Я допишу, это действительно, я что-то не подумала об этом. Есть два варианта, да. Два варианта, а что еще? Что еще? Я очень люблю рыбу, я бы ее прям, наверное, сырой бы грызла. Угу. Курица, топ-танковый курица. Нет. Хорошенько подумай. Ну, давай. Что ты еще можешь такого любить сильно? Что я очень сильно люблю? Ну, рыбу. Ну, и? И салат. Поехали дальше. Плюс-минус ставлю. За рыбу плюс, потому что я очень люблю рыбу. Я тут дописала. А что я еще очень люблю, потом покажу вам. Так, какие я люблю цветы? Если я сейчас не ошиблюсь. Ну, давай. Тюльпан. Ну, тюльпаны я тоже люблю. Ромаш. И ромашки я люблю. Но это не то, что тут написано. Блин, что-то ты фиалку... Не, не так, как там. Да блин, ну... Что? Ого, это минус? Ну, ты же любишь и... И розы. А? Розы. А чё так не уверена? Не знаю, ты ж вроде бы их не сильно. Я люблю розы. Я люблю розы. А, да, ой. А такое ощущение, что я себя тупо выдавила. Ну, ставлю плюс. Ну, тут еще один вид цветов у меня есть записан. В смысле? Ну, какие еще я люблю цветы? У тебя дофига цветов. Какие из них ты можешь... Я записала любить? Всего лишь два вида. Ну, ладно. Ставим плюс-минус. Вот тот твой пальма или такое как-то? Ощущение, что я с тебя выдавила. Ну, ладно, поехали дальше. Как зовут моего папу? Ну, Толя... Это не твой настоящий папа, а так я не знаю. Да, но на этот вопрос, конечно, ну, я ставлю минус, но дело в том, что Даша и никогда в жизни его не видела, но моего папу зовут Саша. Александр. Поехали дальше. Сколько мне лет? 35. Угадала. Простите, человечки мои любимые. Так чисто толкнула с ноги вас. Простите, пожалуйста. Капец. Что меня бесит? Когда я тебя охлажу по голове. Очень. И когда вот так вот делаю. Меня так бесит, когда мне вот так вот она делает. Я прям не могу. Я просто не могу. А еще что? Ой, хорошая. Ну, когда я тебя вот так по голове. И еще что? А что еще может? Когда я говорю много мам? Нет. Не, не знаю, тогда что еще? Еще меня бесит, когда я по несколько раз повторяю. Тут так и записано.
Так, кто я по специальности? На кого я училась? Какое у меня образование? Дай-ка хорошо подумать, есть ли ты. Кулинар. И? И кулинар, повар. И кроме варю, что я еще делаю? Кондитер! Повар-кондитер я! Кондитер я! Это я вообще так почти наугад. Слушай, подумала. Ты моя дочь? Может, какие-то инопланетяне тебя, Даша, украли, сняли тебе череп и посадили туда другого человечка, мозг кого-то другого? Да. Дальше. Что я люблю смотреть? Больше всего, что я люблю смотреть? Друзья, сваты и великолепный век. Жанр. Вот что я люблю? А, вот это Страшко. Друзья, я люблю смотреть. Друзья. Я люблю смотреть. Очень. Я пересмотрела все. Тупо все. У тебя что, вообще с головой все? Друзья, перестали? Ты все пересмотрела. Великолепный век. Нет. Все... Что я все пересмотрела, да. Нету такой, сваты? Чтобы я не знала, не видела. Сваты? Да нет. Не знаю, блин. Даш, ты серьезно? Ну, я только знаю, что ты друзья любишь. Ну, друзья люблю. И что я еще? Блин, я все пересмотрела. И я могу еще раз включать. И даже если то же самое, я опять буду его смотреть. Хатана Тата. Ты назвала все любимые мои. Ну, типа, ладно. Ну, а что еще? Что я люблю смотреть? Сказки, Даша, сказки! Я люблю сказки! Ох, какая. Видите? Сказочный. Сказочный цепь. Минус. Капец. Ну, моя любимая передача. Моя любимая передача. Две, хоть угадаешь? Ну, ты смотрела Страшко. Так, Страшко это сериал, а моя любимая передача. Передача? Да. Это Хатуна Тата, ты говорила раньше. Еще какая? Моя любимая передача. Я все выпуски посмотрела. Прям все-все-все? Ну. Еще раз смотрела его, да? Друзья? Друзья это сериал, а моя любимая передача. Ну, Хатуна. Ну, Хатана Тата, еще какая? Великолепно. Я еще говорю, что этот ведущий чем-то смахивает на Женю, на кума. Блин, ну вот это я не могу звонить, эту передачу, как она там называется. О боже, о боже, о боже. Ты действительно, алло, ты моя дочь? Я твоя дочь. Как передача называется? Я поняла, про какую ты. А что там? Какой там сюжет? Один за всех. Да, вот тот дяденька очень даже не похож на нашу. Ну, блин, я не помню. Ну, типа там что-то это, там такие вот этот. Там такие-то этот. Я не... Мир наизнанку. А. Мир наизнанку! Что с ней? Значит, будет плюс и минус. Считается как плюс и минус. Так, дальше. Моя девичья фамилия. Федосий. Да ты что? Ты знаешь мою девичью фамилию? Серьезно? Да, Кристан. У меня девичья фамилия Федосий. И полное мое имя. Так, уже спрошу на всякий случай. Федосий. Надія. А чё так тихо, Олександрівна? Ти якось не впевнена. Ти уверена, що мене Надя зовут? Да. Що я Федосій Надія Олександрівна? Да. Точно я Надія Олександрівна? 100%? Да. Бо я вже сумніваюсь сама.
Фух. Хоть что-то правильно. Так. Еще такая, понимаю. Тебе дать ручку отмечалки? Плюс или минус? Да, давай. Что я хочу себе сделать? Татуировку. Да. А я себя, а что я себе хочу сделать? Да пирсинг ты хочешь. Но я себе сделаю, а ты себе нет. Я себе тоже делаю, если ты себе сделаешь. Будет тебе 18, можешь делать. Вообще-то, если ты делаешь, то я тоже буду делать. Не фантазируй. Ну, что же, ведем подсчеты. Вы вообще, вы видели, как она меня знает? Ты мне вообще знаешь, с кем ты живешь? То есть, с кем я живу? Значит, так, считаем. Сначала плюсы. 1, 2. Я считаю, там, где плюс и минус. Бо есть плюс-минус, что она угадала и не отгадала. Поэтому так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 плюсов. Нормально. Минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А по-моему 8. Нет, 9, можешь пересчитать. Ты сказала, что покажешь, что я не могу, что это написано. Где? Вот это. Ну, рыба и шашлык. Мое любимое блюдо. Я люблю шашлык. А передачи где там? Вот. Хата на тата, мир наизнанку. Ну, что ты говорила? Хату на тата ты узнала? А что я тебе не сказала? Ну, что ты... Повар-кондитер я. Что меня бесит? Когда я по 100 раз повторяю, а ты не реагируешь. Ну ты говорил, что тот, кто на Роза, ну, мир наизнанку, Дмитрий Комаров там снимается. Здрасте. Розы люблю, и хризантемы люблю. А. Все, на этом говорим всем пока. Тундук. Слышишь? Вообще всем уже. Пока. А я буду тут вышивать. Всем пока.